Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим глазунью по-турецки. Давно что-то у меня на канале не было вкусных быстрых завтраков. Пора исправлять эту досадную ошибку. Будем готовить глазунью быстро, легко и просто, а главное, очень вкусно. Я желаю всем приятного просмотра, а если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Я сразу подготовлю все продукты. Продуктов у нас будет немного, поэтому сейчас натираем 50 граммов любого сыра, у меня сулугуни, на крупной терке. Три сырых яйца. Я разбиваю в пиалочки. Если вы готовите утром для своей семьи, этого делать не нужно. Мне хочется, чтобы получилось все очень красиво. Вот поэтому я подготовлю. Обычно, когда готовлю для себя, все получается супер. А когда снимаем видео, обычно полетит то скорлупа в кадр, то яйцо. Растечется, желток не попадает в кадр. Поэтому вот так вот подготовлюсь лучше. На среднем нагреве и на сковородке для блинов можно взять обычную сковородку. Я буду обжаривать 30 граммов кунжута. Помешивая буквально полминутки, максимум минутку. На слегка поджаренный кунжут насыпаем тертый сыр. Вот так вот по ободочку. пятнадцать граммов сливочного масла. В серединке растапливаем. И отправляем сюда яйца. Соль, перец по вкусу, совсем-совсем чуть-чуть, по щепоточке маленькой. Готовим минутку и заворачиваем края, чтобы кунжут получился сверху. Это будет не только вкусно, но еще и очень красиво. Так вот аккуратно-аккуратно. Даем поджариться еще полминутки, и яичница у нас готова. Перекладываем яичницу на тарелку. И будем пробовать. Как же это вкусно. Если вы любитель яиц на завтрак, то обязательно попробуйте этот рецепт. Так вот сюда и желточек. А если еще помакать хлебушкой, вообще вкуснотенище. Яйца на сливочном маслице хорошо сочетаются с сыром, а кунжут придает турецкого вкуса этому блюду. Обязательно приготовьте эту глазунью по-турецки себе на завтрак. Очень рекомендую. Поделитесь этим рецептом с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую, прощаюсь с вами, до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!